Нашему земляку Николаю Рапалати вновь нужна помощь. Для лечения и полного курса реабилитации в Германии необходимо собрать 100 тысяч евро. Единственный в районе новый современный хоккейный корт принимал гостей на торжественном открытии. День самоуправления Центральной районной библиотеки. Почему школьники стали дублерами библиотекарей? А теперь об этих и других событиях выпуска мы расскажем вам более подробно. Прошло уже 5 лет, как наш земляк, молодой парень Николай Рапалати, прикован к постели. Мы все знаем и помним историю Коли, как он, неся службу в спасательном отряде, получил серьезную травму, которая, по мнению врачей, была несовместима с жизнью. Но сегодня, несмотря на вердикт медиков, благодаря самоотверженности его мамы и помощи жителей района, Николай медленно, но идет на поправку. Давай покажем, как мы считать умеем. Хорошо, тебе как давай. В детстве Елена снова учит сына запоминать и рассказывать стихи. Только вот каждый звук дается Коле с огромным трудом. Но это уже большая радость и надежда, что речь когда-нибудь вернется. Выполняя ежедневные изнурительные физические упражнения, Елена пытается поднять сына, и есть прогресс. Вот правой рукой берет. Покажи, как берешь эту руку, лентяйку. И вверх. Зарядку мы делаем. Молодец, постоянно. А ведь еще 5 лет назад, даже в самом страшном сне, Николай и представить себе не мог, что окажется прикован к постели и инвалидному креслу. Отслужил в армии и пошел работать спасателем. Веселый и смелый парень хотел посвятить свою жизнь благородной профессии. Но жизнь разделилась на до и после, именно в один из трудовых будней. Выполняя задание по поиску утонувшего в реке, Николая придавило льдиной. Клиническая смерть, 3 месяца в коме и страшный вердикт врачей. К жизни не вернуть. У Коли не было никаких рефлексов, то есть жевать он не мог. Жевательного тоже рефлекса не было. Глотательный тоже был очень... стояла трубка. Трахеостома в горле, гастростома в желудке. Ну, это началось у нас заново рождение. То есть начали мы пытаться... учиться все заново делать, языком двигать, глазки закрывать, открывать. В сентябре у нас первый ответ был, то есть не просто неосознанные какие-то звуки, стонания. Говорю, Коля, ну скажи уже «мама». Коля повторил, сказал «мама». Вот это была для нас самая огромная радость, что Коля услышал. И начал уже осознанно что-то говорить. Значительно улучшилось состояние Николая после реабилитации в Германии, на которую собирали средства всем районам. Получилось 2 миллиона. Но, к сожалению, этих денег хватило лишь на неполный курс, всего 1 месяц лечения. Согласились нас взять на месяц, но предварительно сделав обследование, смогут они нам помочь или нет. И мы улетели в Берлин, в клинику Вивантес с пересадками на 3 самолетах в лежачем состоянии. Там, конечно, нам очень сильно помогли в каком плане. Подобрали терапию, которая по схеме, по этой мы до сих пор лечимся. То есть убрали вот такие страшные гипергенезы, которые у него были, тонус, который не позволял нам переворачиваться, кушать. То есть постоянно такая тряска у него была, потливость. Вот. И они сумели посадить Колю. То есть специальными упражнениями сделали вот это кресло для него специальное. То есть вот бока закреплены. Спина закреплена, голова, ну сейчас, слава богу, уже голова у нас держится, как вы видите, да? Но раньше она у нас не держалась. Жизнь превратилась в настоящую борьбу. А немецкие врачи вселили огромную надежду, что все в нашей жизни возможно. Главное – не опускать руки. И сегодня заветная мечта мамы – поставить сына на ноги. А это без полного курса постоянной реабилитации не получится. На лечение Коли в Германии необходимо 100 тысяч евро. Сумма непосильная для семьи. Поэтому мы вновь бросаем клич всем неравнодушным людям нашего района и края. Если вы готовы помочь Николаю Рапалати, перечисляйте деньги на благотворительный счет, который вы видите на своих экранах. Алена Перепелкина, Дмитрий Синяев, телекомпания «Спектр» Богучаны. Об изменениях в законодательстве относительно полномочий по государственной регистрации прав шел разговор на очередном совещании глав поселений. Сразу же после совещания прошли публичные слушания по бюджету района на следующий год. Подробности в материале Екатерины Родченковой. Сразу после докладов специалистов оперативных служб Татьяна Щербакова рассказала главам поселений об изменениях в государственной регистрации прав. Как она отметила, уже в начале следующего года Богучанский отдел управления Росреестра получит возможность централизованной базы управления. То есть сейчас мы в каждом из отделов можем видеть
информацию по всем объектам края. Чем это хорошо для заявителя? Для заявителя это хорошо тем, что в ближайшее время, буквально в следующем году, возможно, в январе-феврале, может быть, немножко позже, потому что есть некоторые, скажем так, технические проблемы, они, думаю, разрешатся, и будет экстерриториальный прием, то есть то, что предусмотрено законом, каждый заявитель сможет подавать заявление не по месту нахождения объекта недвижимого имущества, а в любом ему понравившемся месте. И регистрировать будут именно в том месте. Допустим, на объекты, расположенные в Обучанах, можно будет подать заявление в Красноярске, регистрировать будут в Красноярске. База доступна, но это пока только по краю. Также подача документов Росреестр теперь возможна в электронном виде при наличии электронно-цифровой подписи. Это касается сельских советов. После совещания состоялись публичные слушания по бюджету следующего года. Владимир Карнаухов акцентировал внимание всех на то, что бюджет района будет суровым. Валентина Монахова напомнила, что уже третий год подряд бюджет формируется на основе муниципальных программ. При формировании бюджета были учтены изменения в доходной части. К примеру, с 10 до 5% снижен налог на прибыль. Увеличился норматив отчислений платы за негативное воздействие на окружающую среду, но изменились сроки его уплаты. А также увеличился норматив отчисления от части прибыли муниципальных предприятий. Внесены изменения и в расходную часть бюджета. Индексация коммунальных расходов для районных учреждений с 1 июля 2016 года 6,6%. По заработной плате, значит, согласно проекту закона края о краевом бюджете, будет предусмотрено повышение заработной платы работникам бюджетной сферы на 7% 1 октября 2016 года, но средства зарезервированы на краевом бюджете. То есть они не в нашем бюджете, ни в ваших бюджетах не предусматриваются. Остальные расходы предусмотрены на уровне 2015 года. Дефицит бюджета по сравнению с прошлым годом увеличится и составит 45 миллионов рублей. Затянуть ремни потуже и сокращать расходы предстоит всем сельским советам. Получается, например, на Дом культуры, в связи с тем, что заработная плата повысилась, плюс на 6,6 коммунальный, понятно, по администрации, у нас только на Дом культуры, на клуб и на Дом культуры на 900 тысяч повысились расходы. Сейчас мы вынуждены, проанализировав, сократить 3 единицы, то есть 3 единицы сторожей в Доме культуры и, соответственно, в клубе 3 единицы. Такой вопрос. Это что, разные Дом культуры? Малеева. Один Малеева, сельский клуб, другой, значит, Дом культуры. Владимир Карнаухов также рекомендовал главам поселений ввести режим жесткой экономии уже сейчас. Свои расходы посмотрите и думать, тратить или не тратить, потому что... Можно вопрос, а? И бюджетные учреждения, культура, образование. С Валентиной Ивановной договорились, что никаких передвижек делать не будем. Передвижки только если санкционирую я эти передвижки. И буду понимать, что это нужно. Остается сказать, что завтра на сессии районного совета депутатов проект бюджета будет представлен в первом чтении. Екатерина Родченкова, Александр Черкашин, телекомпания «Спектр Богучаны». 17 ноября участковые уполномоченные полиции отметили свой профессиональный праздник. В этот день работы у участковых не уменьшилось, а вот праздничное настроение поднялось. В гости к полицейским пришли дети, учащиеся 4 класса Богучанской средней школы номер 1. Они принесли с собой воздушные шары и поздравления. Ребята приготовили стихотворение собственного сочинения про каждого участкового. Такой необычный сюрприз полицейским понравился, и они выступили с пожеланием, чтобы это вошло в традицию. Сейчас короткая реклама. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Доктор Сергей Мальков. С 22 по 30 ноября в Богучанах. Боли в суставах, позвоночнике, головные боли, последствия травм мозга, гипертония, нарушение сна, нервозы, половая слабость, плюс программы кодирования, антиалкоголь и антитабак. Богучаны, улица Ленина, 140, телефон 8902-940-9609. Купим дочке. Ты же понимаешь, сейчас не лучшее время для покупок. Дедушка, купи мне эту игрушку. Конечно, куплю, внученька. Когда я работал, у меня была официальная зарплата, а теперь хорошая пенсия. Папа, а почему ты мне не купил эту игрушку?
Понимаешь, доченька, я сломал руку, а больничный мне не оплачивается. Получая зарплату в конверте, ты теряешь больше, чем получаешь. Культура – душа народа. Наши музеи хранят уникальное историческое и художественное наследие. Наши оркестры открывают сибирякам чарующий мир музыки. Наши театры дарят опыт переживаний и размышлений. Наш ансамбль «Танцы Сибири» имени Михаила Гаденко знает весь мир. Мы воспитываем детей на произведениях сибирских литераторов, прежде всего Астафьева и Рождественского. Мы гордимся прославленными земляками Суриковым и Хворостовским. Новые поколения продолжают традиции народов Красноярского края. Команда губернатора – стабильность и развитие. Сегодня в России официально празднуют день рождения Деда Мороза. Каков возраст зимнего волшебника, доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет. Дату рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине в Великом Устюге в свои права вступает настоящая зима и ударяют морозы. Интересно, что в 99 году Великий Устюг был официально назван родиной российского Деда Мороза. Особенно тщательно к этому празднику готовится на родине именинника. В этот день открывают специальный почтовый ящик, в который можно опустить поздравления для Деда Мороза. Этой возможностью с удовольствием пользуются и местные детишки, и приезжие туристы. Минувшим днем Центральная районная библиотека отметила 91-й день рождения. В честь этого события коллектив решил организовать рабочий день не совсем обычно. В этом специалистам помогали школьники. О дне самоуправления в библиотеке наш следующий сюжет. День рождения районной библиотеки коллектив решил отметить необычно. Специалисты впервые устроили день самоуправления. Дублерами библиотекарей стали школьники. Ребята встречали читателей на абонементе, в читальном зале и других отделах. Сегодня наша центральная районная библиотека отмечает свой 91-й год рождения. И несмотря на столь солидный возраст, этот день прошел необычно, креативно. У нас впервые проводился день самоуправления, когда все должности наших отделов занимала наша молодежь. Это учащиеся первой школы, старшеклассники второй школы. Самую ответственную должность директора доверили студенту Приангарского техникума. Максиму досталась работа не из легких, ведь центральная библиотека является главной в большой библиотечной сети района. Столько вопросов приходится решать за день, что голова идет кругом. Моя работа заключается краевым образовательным учреждением. То есть это приходят книги нам оттуда. Также с администрацией нашей, так как они являются учредителями основными. В рамках одного дня, конечно, это все весело и прикольно. Но если взяться глубже там и изо дня в день этим заниматься, то, конечно, голова начинает болеть, потому что много мыслей, много ответственности. Так уж совпало, что именно в этот день в районном центре производилось отключение электроэнергии. Однако отсутствие света никого не смутило. Работа шла полным ходом, что еще раз доказывает. Библиотека открыта для читателей всегда, а ее сотрудники готовы работать в любых условиях. Это очень ответственная профессия, интересная, ничуть не скучная, как это кажется, на первый взгляд. И очень разносторонние. Сегодня я исполняла должность в зале компьютерных технологий. Мне очень понравилось. Мы издавали маленькие брошюрки, чтобы завлечь людей в библиотеку, чтобы они начали читать. Мне кажется, что я справилась с этой задачей. Эмоции только положительные. Я хочу... Мои пожелания на этот счет, чтобы это проводилось каждый год. В конце насыщенного рабочего дня ребята со своими наставниками собрались для подведения итогов. Дублеры высказали свое мнение, поделились впечатлениями. Представления о профессии библиотекаря у ребят остались позитивными. Работа, по словам школьников, сложная и ответственная, но в то же время интересная. И скучать здесь некогда. Анна Смирнова, Дмитрий Синяев, телекомпания «Спектр Богучаны».
Богучанский вокалист Севастьян Мартынюк стал победителем сибирского тура конкурса вокального мастерства под названием «Романсиада» в городе Томске. Среди сотни исполнителей Севастьян Мартынюк получил первое место. И этим заслужил право участвовать в финале «Романсиады», который пройдет в Москве. Специальным гостем сибирского тура был победитель шоу «Голос» Евгений Кунгуров. Он отметил, что на конкурсе открылись множество новых талантов. Можно отметить, что премии за первые места в Москве будет вручать победитель конкурса 97-го года Николай Басков. Что исполнял вообще на сцене? Долго ли тебе пришлось к этому сибирскому туру готовиться? Какая была, сильная ли была конкуренция? И надеешься ли на победу в дальнейшем в Москве? Готовился, не могу сказать, что по времени много. То есть первый тур я исполнял классическое произведение Рахманинова, «Романсо нет, молю» называется. Этот романс мы исполняли уже в мае на конкурсе в ОАНОД, поэтому как бы его особо не готовили. А второй тур произведение салонный романс, старинный романс, название «Все, что было». Очень красивый романс, очень выигрышный. Как раз благодаря ему, наверное, удалось одержать победу в этом году. Кстати, я уже третий раз езжу в Томск. Вот. В прошлом году я был в Москве, но там ничего не выиграл, и поэтому поехал еще раз. Вот. В этом году надеюсь все-таки одержать победу в Москве, потому что уже сплоченные отношения с членом жюри, то есть они видят мой рост. Конкуренция была в этом году, не могу сказать, что сильная, но и не слабая. Голоса у всех интересные, тембры у всех уникальные. Вот, но в этот раз звезды мне повернулись, и все получилось. В поселке Таежный состоялось официальное открытие хоккейного корта, построенного благодаря реализации гранта «Центр зимних видов спорта» при поддержке Богучанского алюминиевого завода, одного из его инвесторов, и администрации поселка. Напомню, в грантовых программах и конкурсах социальной программы «Территория Русала» в этом году одержали победу несколько проектов из Таежного. Проекты финансируются компанией «Русал» совместно с администрацией поселка. На торжественном открытии ледового корта была и наша съемочная группа. На ледовом поле жарко от эмоций. В спортивной схватке по хоккею с мячом борются две команды – сборная «Богучан» и сборная «Таежного» и «Боаза». Соревнования посвящаются большому и радостному событию – открытию суперсовременного хоккейного корта. Такая ледовая площадка в районе пока одна. Проект по ее созданию осуществился благодаря совместной работе компании «Русал» и администрации поселка Таежный. Я знаю, что поселок Таежный – это тот самый регион, в котором развит такой вид спорта, как хоккей с мячом, хоккей с шайбой. 4 гранда в поселке Таежном. Один из них – этот хоккейный корт стоимостью в 3 200 000 рублей. «Русал» выделил на это 1 600 000, полностью освоил. В его обязательства входило строительство хоккейного корта. В обязательства администрации поселка Таежный входило строительство свет. Вот мы видим прекрасный, значит, свет. И, к сожалению, пока нет трибуны. Это будет второй этап сдачи хоккейного корта. Хоккейный корт соответствует всем современным стандартам. Борта новой коробки изготовлены из морозоустойчивого пластика, который способен выдерживать минус 60 градусов. Из 5 проектов, которые одержали победу в грантовых конкурсах «Территории Русала», этот стал одним из главных. Вот хорошо, что у нас есть такой партнер, как «Русал». Естественно, не без нашего софинансирования, я уже говорил вам, да, что мы тоже с бюджета порядка 600 тысяч рублей выделили. Это же и столбы, и светильники, и тут много чего, и земляные работы. Поэтому, я думаю, вместе будем строить. В ходе торжественной церемонии в честь открытия хоккейного корта поблагодарили всех, кто принимал участие в создании проекта. Поздравил таежнинцев с радостным событием Александр Картавцев. Генеральный директор Богучанского алюминиевого завода с удовольствием сам играет в хоккей и понимает, насколько это важно для молодежи. Поблагодарить всех, кто принимал участие в реализации данного проекта. Всем здоровья и отличных спортивных результатов.
Педагоги по физической культуре уже строят планы, расписывается график занятий. Будет организована работа секции по хоккею, планируется создание молодежной и взрослой команд. Плюс ко всему и массовые катания на коньках в зимний период будут доступны для всех желающих. Тренировки проходят постоянно, то есть пропусков нету, что у детей, что у взрослых. На будущее мы уже договорились с командами Красноярского края, то есть у нас уже будут выездные команды. Померимся свои силы узнаем, как мы играем, как они играют. То есть мы уже договорились, мы приедем, они к нам приедут. То есть здесь будут как бы небольшие хорошие праздники. Представители компании «Русал» надеются на дальнейшее сотрудничество с администрацией поселка. И, возможно, уже в следующем году появятся новые совместные проекты. Анна Смирнова, Александр Черкашин, телекомпания «Спектр Бучан». И на сегодня это вся информация нашего выпуска. В студии для вас работала Алена Перепелкина. Я желаю вам всего доброго и до встречи. Богучанский районный совет депутатов сообщает о проведении третьей очередной сессии 5-го созыва Богучанского районного совета депутатов, которая состоится 19 ноября 2015 года в 11 часов в зале заседания администрации Богучанского района по адресу село Богучаны, улица Октябрьская, 72. Внимание у владельцев собак! В Богучанском районе с 16 по 20 декабря будут проводиться мероприятия по отлову безнадзорных животных. Просьба к владельцам держать на привязи своих питомцев. Телефон для информации 22007. Администрация Богучанского района. Культура – душа народа. Наши музеи хранят уникальное историческое и художественное наследие. Наши оркестры открывают сибирякам чарующий мир музыки. Наши театры дарят опыт переживаний и размышлений. Наш ансамбль «Танцы Сибири» имени Михаила Гаденко знает весь мир. Мы воспитываем детей на произведениях сибирских литераторов, прежде всего Астафьева и Рождественского. Мы гордимся прославленными земляками Суриковым и Хворостовским. Новые поколения продолжают традиции народов Красноярского края. Команда губернатора – стабильность и развитие. Давай что-нибудь купим, дочке. Ты же понимаешь, сейчас не лучшее время для покупок. Дедушка, мне эту игрушку. Конечно, куплю, внученька. Когда я работал, у меня была официальная зарплата, а теперь хорошая пенсия. Папа, а почему ты мне не купил эту игрушку? Понимаешь, доченька, я сломал руку, а больничный мне не оплачивается. Получая зарплату в конверте, ты теряешь больше, чем получаешь. Доктор Сергей Мальков. С 22 по 30 ноября в Богучанах. Боли в суставах, позвоночнике, головные боли, последствия травм мозга, гипертония, нарушение сна, нервозы, половая слабость, плюс программы кодирования, антиалкоголь и антитабак. Богучаны, улица Ленина, 140. Телефон 8902-940-9609.
смертям.